Да, да. Это же самое. Дал урка? Да, да, да. Я постою, сейчас склад подожду. Отлично. Куда ты? Вот ты ждать собрался, бля. В мой заходи во второй. Отлично. А, все уже. Дискорд, ходи. Снайп, не унывай, не первым умрешь. Первым умрет вон та кабина. Какая кабина, не уловил? Кто впереди сидят? Да не факт, они не пролетают. Машины стреляют. Ну хуй знает, я всегда первым водилу высаживаю. Ну это логично. А если не получается, ты же не говоришь, я водилу не убил, по кузову стрелять тоже не буду. Я, как правило, всегда высаживаю. А потом ставишь на автомат, блядь, и высаживаешь остальных пассажиров без билетников. А кто со мной останется, остальные заходите на точку, на Амириадо. Дальше на вот на 263. С запада уже подходит камеры саду. Смотрите, каски поставил, они отсюда прут. Саплайка едет. Саплайка на складом. Вроде все. Уничтожить надо? Да, надо же полно лучше уничтожить. Блять, снайпер где-то. Где-то на метке снайпер. Это наш стреляет. Нет? Нет, нет. Вижу туман, пыль, все. Не увижу его. Взорвали соплю.
бежали сюда, не пушили. Сейчас я захиляюсь, попробую поднять. Там пулемет где-то кроется. Ну где-то на крыше сидит хуево. Вижу соплю. На браво еще соплю. Ой, на Чарли сопляю. Я закрыл хуилу с оптикой. Пулемет кто-нибудь закрыл. Ну да, они убегают, вроде построились уже. Складного закрыл. С мейна гниды бегут. Пешком с мейна. Сука. Вообще где-то на твоей метке хаб есть. И с мейна еще волна идет. Санитар! Сюда! Попробую их на себя потянуть сейчас. Пробуйте проходить по метке. Синяки уже забирает Амери Адоп. У меня на втором этаже, походу. Наша машина. Открыл. Я их сейчас на себя потяну. Вам будет легче зайти. Пугаешь. Соплю из радиуса вывез. Отметил хаб. Еще один. Тот, похоже, не актуальный. Ну там выбегали. Знали, может? Да, блядь, как они видят? Я, блядь, нихуя не вижу в этом ты тумане. Ты бежишь, они, блядь, тебя видят. Да, блядь, я бегу там, где я не должен бежать. Мне кажется, рация где-то рядом там, направо стоит. У меня сопля. Блять.
По хаб дымом работает, хаб видит. Северный. Надо по южному вставать по хабу, пока они на северный агрятся. Бот, короче, на Браво, у них пулеметы тут накопаны, всякая хуйня. Ну смотри, что поставил. А чё же? Ну сейчас я, блядь, найду точно. Они с севера обходят. Где-то там. Сюда какой-то датива возит все время ресурсы. Не строят хуйню всякую. Они с севера заходят, кстати, на хаб северный. Караш на него. Резиденции все у вас. Есть, я понял. Что третий скирмиш будет? Мне скирмиш нравится. Это когда никто не знает, блядь, где это точка будет. А, у нас уже людей позволяет. Пизду, снайпера, блядь, невозможно здесь играть. Или я рукожоп по снайперу. Скорее всего, второе. Да нет, на карте просто снайпером неудобно играть. На складном есть противник. А, ну, разумеется, естественно. Чарли. Держит труп с командира нашего. Не дает подойти к нему.
Не, по-моему, хаб там заблочен, не заблочен, его сняли. Да, вот и непонятно. Враль заблочен. Стоит, наш бегает, захватываю. Мини где-то лежат мертвые. Сейчас сапер пройдет, поможет. Канатик на лестнице. Я хаву пытаюсь пройти. Ну иди, слишком большая плотность противника, слишком большая. Может миномет поставили? Минометом отработаем, ёлки-пал. Закрыл его. Это случайно, как выбыл, подходил. Поставить чёрт. Может быть миномет поставим, да отработаем, чем как пусть и ломимся. Там есть миномет, в принципе. Если хочешь, можешь сесть. Патроны бы только. Попроси патроны оставить второго здесь на юге. Я сломаю этот хап, заебал нас. Хотя там третий поставил уже. Просто я не знаю, они справятся, не справятся, попадут, не попадут. Если они будут без калькулятора, они хуй попадут. Но без патронов я не справлюсь. Ну ладно, раз хотите переть в лоб, давайте переть в лоб. Ладно. Только что из этого выйдет, это было очень хорошее. А наш точку захватывает, кстати. Там.
Нам патроны еще на южный хат. Он либо на драну, что ли? Мы гадали, вы его кинули!